роль которого трудно переоценить. Мы все это прекрасно понимаем, что для Южной Осетии, для нашего будущего эти выборы в России, президентские выборы в России являются судьбоносными. И нам чрезвычайно важно, безусловно, чтобы выиграл действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, потому что это предсказуемость, это будущее, это понятно. Поэтому я бы хотел всех призвать, вне зависимости от наших партийных пристрастий. Да, понятное дело, что мы все российские граждане, у нас у каждого есть свои какие-то идеологические установки, взгляды и так далее, но в данной ситуации, как граждане Республики Южная Осетия, как граждане государства Алания, мы должны все понимать, что для нас сегодня наше будущее, наше предсказуемое будущее, наше светлое будущее связано именно с именем Владимира Путина.